Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, це програма «Світлі гості». І ми продовжимо тему сім'ї в Україні. Тиждень подружжя, він проходить із 15 по 22 травня. І ось є така статистика, її я, мабуть, скажу потім, коли представлю вам нашого гостя, якого ми давно чекали і дуже вдячні Богу, що він прийняв наше запрошення. Це пастор церкви «Жизнь з ізбитком» пастор Андрій Іванов. Вітаємо вас. Спасибо. Дуже раді насправді, що ви є у нас, що ви прийняли наше запрошення. Пастор Андрій, про статистику, яку я говорила. Офіційно зареєстровано на сьогодні 57% розлучень в Україні. Це офіційні дані. Неофіційні – 70%. Відповідно, виокремити із цього якийсь відсоток християнських родин неможливо, тому що все робиться тихенько, щоб ніхто не знав, а розлучення є у церквах. Тихенько пороз'їжджалися у різні міста, пороз'їжджалися у різні церкви і так далі. Це я до чого, що на сьогоднішній день ця тема дуже актуальна. Пастор Андрій, скажіть, а чи можна взагалі говорити про якусь готовність вступу до шлюбу? Чи можна якось сказати «готов», «не готов»? Прежде всего, еще раз благодарю за приглашение и хотел поприветствовать всех радиослушателей. Вы знаете, если мы внимательно читаем Библию, то мы можем обнаружить, что в Писании не так много наставлений, как создать успешную семью. В том смысле, что вот как мы привыкли читать в книгах, что, допустим, мужчина должен уметь там, делать подарки женщине, комплименты, там, качественное время проводить с ней, что является залогом, да, успешной семьи. И наоборот, не сказано о женщине много о том, как она должна мужчину понимать, высвобождать его личное время, позволять ему там, встречаться с друзьями, хобби заниматься. Почему так? Когда мы читаем Библию, мы видим, что залог успешных отношений – это здоровая личность. Uh-huh. Если человек духовно здоров, я имею в виду, он духовно зрелый, мы говорим про зрелую личность, то Библия делает на это упор. Если человек духовно зрелый, он способен создать и здоровые отношения друг с другом. Если человек ущербный внутренне, он не является зрелой личностью, у него ничего не получится в отношениях. Когда мы говорим по подготовке к браку, конечно же, есть что-то, что молодые люди должны знать о противоположном поле там, и разные моменты. Но самая главная подготовка, она имеет место быть, это... Вот как раз насколько человек зрелый как личность, насколько он преклонен перед Христом, насколько он в своей жизни может смиряться перед Богом, насколько он может уметь уступать, жертвовать. Это все говорит о христианском характере. Если этот характер есть, нам, по сути, не стоит переживать за этого человека, за его семью. Вот если этого нету, то часто ничего не спасает. Поэтому, когда мы говорим о подготовке к браку, мы больше должны говорить о вот именно о зрелости человека, а не просто о каких-то нюансах, каких-то технических моментах. Поэтому, да, можно говорить, конечно. А якщо вийшло так, що в незрілому духовному віці люди побралися, і починається солодке життя. Як в цьому разі їм можна допомогти? Як вони собі можуть один одному допомогти? І як церква може їм допомогти? Ну, значить, практика, вона показує следующее, що якщо ми, як церковь, служителі, ми не способны, опять-таки, я, може, повторяюсь, но якщо ми не способны привести человека к вот привести в это место, когда он преклоняется перед Христом, перед авторитетом Его Слова, что является необходимостью для Бога, чтобы созидать этого человека, созидать его жизнь, то, по сути, у нас не очень много рычагов, таких, скажем, инструментов помочь человеку. Можно уладить какой-то там конфликт временный, люди могут чего-то не понимать, но все равно вызовы, которые приходят человеку, проблемы, с которыми он сталкивается, все упирается, насколько человек зрелый, чтобы решать их. Он может бежать от них. Вы знаете как, у нас, мы все знаем, как происходит, книг о семье становится больше и больше, а разводов
также больше и больше. То есть получается, что люди узнают, ходят на семинары, узнают много интересного, знаний получают о семье, а справиться не могут с проблемами. Почему? Потому что недостаточно знаний. Да, вот необходим вот этот фундамент, готовность человека и способность справляться с вызовом, с проблемой. Если мы поможем человеку стать более зрелым, мы можем спасти брак. Если, если человек не хочет развиваться, расти, он остается младенцем, он, это означает, что он не справится с обидой, он не справится с эгоизмом, он будет утверждать собственный интерес, утверждать свое «я», вместо того, чтобы жертвенно служить другому, ничего не поможет этому человеку. Поэтому, конечно же, бывает, люди вступают в брак, и потом они, видят, насколько это все серьезно, но опять-таки решение любой проблемы, оно заключено не в какой-то, знаете, золотой формуле, а в том, насколько человек готов перед Богом, перед Христом взять ответственность за свой характер, за свою жизнь, самому смиряться, расти. І тільки так чоловік способен вирішити проблеми і построїти сім'ю. Дуже дякую за відповідь. Пастор Андрій, річ у тому, що ми анонсували зустрічі з вами і взагалі анонсували сімейну тематику, і нам іде дуже-дуже багато питань. Я їх намагалася скомпонувати. Питання людей, які тільки планують вступити у шлюб, питання людей, які уже у шлюбі виховують дітей, і питання... Я побачила по їх кількості, настільки є гостре питання відносин молодого подружжя із батьками. Великий пробіл у людей. Не можуть вони, навіть християни, можливо, здавалося б, що і дозрілі, добре дозрілі. Но неважливо, що є велика прогалина. І якщо дозволите, декілька питань. Давайте ось найперше. Современные девушки, Андрій пише, современные девушки очень избалованы. Такой себе синдром королевны. Ни на каком коне к ним не подскачешь. Большие запросы. Все хотят, чтобы будущий муж был полностью укомплектован. Пока я полностью укомплектуюсь, мне будет 40 лет. Кому я тогда буду нужен? Что мы можем этому Андрію сказать? Андрій, хороший вопрос. Ну, так как я гость программы, я отвечаю, как я отвечаю, да. Подойдет вам или нет. Если вам кажется, что вы не можете создать семью, потому что вы не запакованы всем необходимым, ответ очень простой, это не ваш вариант. Всегда будет не хватать. У нее сегодня запросы одни, вам кажется, вы укомплектованы, а завтра ей покажется, что нет. И вам и 10 жизней не хватит. Если вы встречаете девушку, сестру, и у нее запросы именно к вашему статусу, запросы к вашему имению, но вы неинтересны как человек, это просто не ваш вариант. Вот и все. Потому что вы никогда не удовлетворите похоть человека. Если человек заражен похотью, любой похотью при том, вы не можете ее удовлетворить. Даже Бог ее не удовлетворит. Человеку нужна, у человека ущербный, значит, внутренний, у него есть какие-то идолы, с которыми нужно расправляться. Это между ним и Богом, он должен это решать. Тяжело строить семью с таким человеком. Успешные отношения можно построить с человеком, который внутренне самодостаточен. И что бы я вам сказал, Андрей, просто вообще нет причин переживать. Если вы кому-то не подходите, значит и они вам не подходят. Просто... Чудова відповідь. Да. Наступне питання. Їх насправді багато. Якщо дозволите, я буду їх просто озвучувати. Ви послужите таким чином сьогодні у нас. У нас скоро свадьба. Ми оба віруючі. Оба служимо, знаємо друг друга більше 5-6 лет. Встречаємося год. Помолка в сентябре. Но наше фізичне зближення починає точно расти. Уже все кипить. Що делать? Вас понимаю, потому что сам был в такой ситуации. Значит, четко мы понимаем, я вас понимаю как верующий человек, верующего человека. Значит, добрачная близость вообще не вариант. Библия говорит, бегать блуда. Значит, как я вижу, у вас два выхода из ситуации. Либо жениться раньше, что абсолютно нормально, потому что долгие
такие против... Если вы уже знаете друг друга 5-6 лет, не вижу проблем вообще затягивать еще на 5-6 лет. Или там на... Если вы уже определены, если вы можете сыграть свадьбу раньше, отлично. Если нет, и так как для нас грех не вариант, о чем вы будете сожалеть потом всю жизнь, значит, нужно, ну, не побоюсь сказать, может быть, удаляться как-то и убегать от этих искушений, от этих вот ситуаций, когда вы можете согрешить. Что я вам хочу сказать? Вы даже сами себя не знаете. Поэтому максимально обезопасьте себя. Если вы уже в такой ситуации, что вы... Если вы уже задаете такие вопросы, это уже проблема. Поэтому либо, если возможно, переносите дату свадьбы, играйте свадьбу раньше. Если все запланировано, и вы это сделать не можете, значит, вам нужно просто какая-то временная удаленность или изоляция друг от друга на какое-то время. Потому что святость и позиция святости перед Богом важнее, чем потом... совершенные ошибки. Дякуємо. Что делать, если муж чрезмерно духовный? Я... Це все питання. Можливо, навіть в якихось близьких відносинах він, може, окрім Ісус Христос, більше ні слів не знає. Ну, таке питання неповне. Ну, я бы вообще это духовностью не назвал. Духовность не определяется тем, что человек на небесах, в облаках все время живет и не спускается на землю. Духовность, она в простых вещах. Христос был предельно прост, практичен, и с ним было удобно. Если муж или жена всем своим видом дает понять, какой он святой, духовный, и он подавляет... этой дух... заставляет чувствовать вас неловко, создает напряжение. Во-первых, это вообще не духовность. Это очень важно понимать. Это может быть законничество, он может просто быть законником, легалистом, и, конечно же, перфекционистом. И с такими людьми очень сложно уживаться, потому что они... все видят в идеалистическом таком свете. А что делать? Ну, я до конца не понимаю, каким образом эта духовность проявляется, его, о которой вы говорите. Если бы я знал более точно, это можно было бы дать более точный ответ. Но мне кажется, вашему мужу нужно понимать, что Христос, который был самым духовным из нас всех, показать ему, может молиться за него и показать ему, что Христос, который духовнее нас всех вместе взятых, он, скажем так, он стоял за истину, он говорил истину, но он понимал природу людей, он давал людям шанс на ошибку, он принимал их потом с покаянием. С Иисусом было легко. Он бы мог передавить нас духовностью так, что люди бы разбегались от него. Как раз вот фарисеи, которых Иисус обличал, и фарисеи, вот они как раз, Иисус дал им такую характеристику, что вы такие законы попридумывали для людей, не такие бремена, что люди не могут носить их, вы эти бремена их просто раздавливают. И Иисус далеко не называл их духовными людьми. Как раз они были плотскими, они как раз были далеки от Бога. Но что делать? Сложно мне сказать так, что делать. Но она, мабуть, может молиться. Она может молиться, она может пытаться ему показать, каким был Христос, показать, что она старается, что она... Если он на самом деле духовный, духовный человек тот, кто любит, и духовный человек это тот, кто принимает нас такими, какими мы есть. Он помогает нам, но он нас не раздавливает. И, поэтому молиться за него, пытаться поговорить с ним, и все, что могу сказать, вот не зная всего. Добре. Я бачу, що я так увліклась, я читаю тільки питання зі скайпу, а у нас ще є два телефони. Сьогодні нам служить своїм даром, знаннями, досвідом пастор церкви «Життя з ізбитком» пастор Андрій Іванов. Ви можете зараз телефонувати 280-03-05 та 280-26-25. Пастор Андрій, ще питання. Господь Ісус, пише Валерій, скоро в нашій сім'ї должен родитися ребенок. Я хочу присутствовать на родах, поддерживать жену и первым увидеть малыша. Скажите, пожалуйста, какая точка зрения у Библии на этот счет? Должен ли я там находиться, либо я не должен вмешиваться? Библия вообще ничего об этом не говорит.
Хотите, присутствуйте, хотите, не присутствуйте. Жену только спросите об этом, потому что не все жены за то, чтобы мужья присутствовали с ними. Поэтому, если ваша жена не против, поддержите ее, присутствуйте. Но Библия не касается этих вопросов. Тобто, якщо буде, не зрішить, якщо не буде, не зрішить. Християн, прежде всего, интересует два. Первый вопрос, грех это или не грех? Так вот, это ничего греховного здесь нет. Мудро это или не мудро? Вот это второй вопрос. Потому что некоторые женщины, они смущаются, что муж видит, как все это происходит. Некоторые не смущаются. Все зависит от вас и то, как вы с мужем на это смотрите. Поэтому никаких проблем. Дякуємо. А как молиться в той ситуации, когда один понимает, что другой не любит? Как молиться в той ситуации, когда один понимает, что другой не любит? Угу. Но важно понимать, что вы никакой молитвой не можете человека заставить любить. Если вас не любят, вас не любят. Вопрос в том, что если вы уже оказались в такой ситуации, вам кажется, что вас недолюбливают или что вас действительно не любят. Бога не все любят, Христа не все любили. Молитесь о том, чтобы вам в этой ситуации поступать правильно, чтобы вам любить, чтобы вам быть тем, кем Бог хочет, чтобы вы были. Человек может изменить свое мнение по отношению к вам, если он увидит, возможно, что вы в чем-то изменились. Мы должны брать ответственность за себя, мы должны убедиться, что наше предстояние перед Богом правильное, и отдать эту ситуацию Богу, это уже выбор будет человека. Что еще хочу сказать, что с одной стороны Библия, вот допустим, когда мы говорим об обидах, Библия говорит людям, нам она говорит не обижаться, но та же Библия говорит нам и не обижать других. Поэтому и в любви, в нашей любви друг к другу в семьях есть и наша часть, и часть супруга. И в данном случае важно, чтобы вы делали свою часть, чтобы вы молились о себе, чтобы вы любили, как Господь вам говорит любить. Вы сделали его любовь к вам легкой, я бы так сказал. Потому что, может быть, вы хотите, чтобы вас любили, а тяжело любить то, что вы хотите, чтобы любили, вы понимаете? Поэтому, что я вам хочу сказать? Нет такой молитвы, которая заставит других людей любить вас. Но ваша молитва может помочь вам больше любить, любить, как Христос вам говорит. И в свою очередь это поможет вам измениться и, может быть, поможет вашему супругу увидеть вас, ваші переміни в вашій житті, і він змінить ваше своє відношення к вам. А якщо вона знає, що не любить його? Ну, значить, що значить знає, що не любить його? Це, знаєте, такі популярні сьогодні вираження. Ну, любов була, любов ішла. Але це не любов, значить, правда? Не любов. Бо любов не перестає. Звісно, це не любов. Ну, що значить прийшла, ушла? Це ж не щось, що приходить, уходить. Це емоції можуть приходити, уходити. А любов – це посвящення, любов – це жертвенность, любов – це... Это, ну вот, когда мы говорим посвящение, мы говорим о решении служить этому человеку, сделать его, поставить его интересы на первое место. И что важно еще в этой сфере, я бы добавил, иногда я же консультирую супругов, супружеские пары, они тоже говорят, ну мне уже нету любви, мне тяжело любить этого человека. Когда я им говорю, любви, люби его, потому что Бог тебе об этом сказал, люби перед Христом, потому что Христос этого тебя ожидает. У людей иногда шок. Как я могу любить ради Христа? Вот так вот, ради Христа. Библия говорит, что все, что мы делаем, мы должны делать для Него, для Его славы. Поэтому, и когда мы... вот о чем мы вначале говорили, что быть спасенным человеком, почему я говорю о зрелой личности, о характере, вообще само слово вообще спасение или грехопадение, вообще вот сюда нужно смотреть корень. Почему? Потому что грехопадение – это когда человек господство Бога заменил на свое собственное господство. Это утверждение своего собственного «я», своих интересов. И вот пока мы утверждаем в жизни свое «я», свои интересы, Бог не может править, Бог не может благословить. И спасение в каком-то роде – это спасение от нас самих. Это когда мы свое «я» в нашем сердце меняем на господство Христа. И поэтому, когда Христос Господь, мы делаем все, потому что Он так ожидает от нас, мы делаем не потому, что человек этого заслуживает, другой, наш супруг, а потому что Христос нам говорит это делать. Как такая любовь может пройти?
Пастор Андрій, взагалі-то має бути музична пауза, і я так бачу по питанням, що ми можемо вас замучити, але все-таки іще є питання, пише нам, не буду казати хто. Здравствуйте, спасибо за программу, очень интересно слушать. Пастор Андрій, у меня такой вопрос, что делать, если нашел любовь в интернете? Общаемся каждый день, видимся в скайпе по 5 часов, но встретиться в реале уже более полгода не получается, и возможности... не предвидится по финансовым причинам. Стоит ли продолжать общение? Все-таки девушка не маленькая, 27 лет, пора замуж. С одной стороны любовь, но с другой ведь любовь не ищет своего. Спасибо. Значит, я хочу сказать, что вот лично в нашей церкви где-то 6 или 7 пар поженились люди через интернет. Сергею Вельбовцу через Инвиктор. Я уже сказал, ты мне должен, потому что девушки выходят замуж и уезжают к парням. Вот. Я хочу сказать, что это огромное благословение сегодня для одиноких людей, незамужних, неженатых, возможность расширить круг общения в своей церкви, общаться через интернет. И очень успешные, я знаю, эти браки, эти семьи, хотя не все. С другой стороны, вообще не вижу проблем продолжать общение, даже если вы пока не можете увидеться. Вопрос-то не о том, что вам нужно свадьбу играть, не видев друг друга. Вы задаете вопрос об общении, какие проблемы. Я бы общался на вашем месте, никаких проблем не вижу. Вопрос только в другом. Если вы захотите выйти замуж или жениться, не видя человека, вот это проблема. Потому что вам, по крайней мере, нужно знать, что вы берете, понимаете? Поэтому до свадьбы обязательно должно быть время, когда вы видитесь, вы встречаетесь, вы проводите уже не виртуальное время в общении. Вы общаетесь уже вживую. Но продолжать или нет, не вижу каких-то проблем. Я бы продолжал. Наступне питання. Пастор Андрій, огромное спасибо за ваши мудрые ответы. Скажите, пожалуйста, может вопрос глупый. Мужчина и женщина – это одна плоть. А если случился развод, это только технические изменения, то есть они просто не живут вместе? Или это изменения на духовном уровне? Или на духовном уровне остаются все-таки одна плоть? Значит, есть в Писании случаи, когда развод допустим. Библия четко говорит. Конечно, у нас есть Писание, что Господь сочетает на небесах, да, Иисус, Матфея, 19 глава говорит, человек да не разлучает то, что Господь сочетает. То есть брак это что-то, что происходит на небесах. Но если развод был по обоснованным причинам, по библейским причинам, то вы имеете свободу на второй брак, и в данном случае вот это вот выражение «одна плоть», как даже если это была духовная связь, она, конечно, не распространяется на будущую семью. Если развод был произведен по небиблейским причинам, то, извините, я старовер в данном случае, поэтому я верю, как говорит Писание, что должно произойти либо примирение, либо если... Очень часто примирение уже невозможно, потому что уже есть новая семья или человек не хочет, то должно произойти покаяние перед Богом. Покаяние перед Богом за то, что был развод и был по небиблейским причинам. Если вы покаялись, вы можете вступать в брак повторно и переживать благословение. И в данном случае... никаких проблем здесь нету. Дякуємо. Пастор Андрій, так, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що ви консультуєте людей, сімейні пари, так? Якщо отак іздалеку подивитися, то головна причина усіх проблем – це в невдозрілості людей? Спасибо за вопрос. Есть объективные причины проблем. Какие объективные причины проблем? Допустим, трудности могут возникать в браке по разным причинам. Но разрыв отношений – это всегда проблема в отношениях с Богом и в личности. Угу. Я объясню. Вот, допустим, когда мы говорим, мы используем выражение «спасти брак», по сути, нам нужно спасти личность.
которая разрывает отношения. Потому что нужно всегда смотреть в корень. Человек может поломать один брак, второй, третий. Он может все поломать в своей жизни. И новая семья, он же старый, берет нового человека, да. Все то же самое, он будет делать то же самое. И почему во второй, в третий раз он снова не придет в это место, когда он поступит точно так же? Поступки вытекают из личности человека. Те, кто мы внутри, мы как-то себя это проявляем. Если человек, есть сложные люди, с кем сложно уживаться, я это понимаю. Одни люди легче для жизни, чем другие. Но все, как я понимаю Писание, все упирается в отношения с Богом. Если отношения с Богом, вот эти вот вертикальные отношения, они построены правильно, где человек не ищет своего, где человек не утверждает себя, то и горизонтальные отношения, отношения с людьми тоже будут на этом же принципе выстроены. Как говорит Писание, две заповеди: люби Бога и ближнего потом, как самого себя. То есть все начинается с любви к Богу. Если есть любовь к Богу, и она правильная, а любовь к Богу — это вот наше преклонение перед Его авторитетом, это позволить Богу быть Богом, быть Господином нашей жизни. Это позиция смирения. Если на этом же основании строятся отношения и с людьми, то все получится. А если отношения с Богом нарушены, вот есть много христиан, которые все равно свои интересы утверждают в царстве, в своей жизни. Они все равно свое «я» утверждают. У них эгоизм еще правит ими. Ведь главная проблема людей в последнее время, о которой говорит апостол Павел, люди будут самолюбивы. Люди будут любить себя, вся их жизнь, все их ценности жизни, их ориентиры в жизни, скажем так, их система ценностей, их вот орбиты, их жизни вокруг их самих. И это не обновленный разум, это мирские ценности. Если человек приходит в христианство, у него внешне поменялось, он начинает в церковь ходить, но он вращается на тех же старых орбитах, просто он по-прежнему ищет своего, только ищет теперь с помощью молитв, с помощью причастия, с помощью пожертвования. Он по-прежнему ищет своего, только методы достижения разные. Ничего не получится, он и в браке будет искать своего. А когда произошла вот эта вот замена, Иисус сказал: не можете иметь жизнь, если себя не отвергнете. Вот у нас сегодня много книг, допустим, «Сумей подать себя в обществе», «Как поднять самооценку», «Как заявить о себе». А когда читаем Евангелие, жизнь с Богом начинается с такой позиции: «Отвергни себя». Если ты отверг себя, Иисус сказал, кто не отвергнет себя, не может меня иметь. Поэтому, если вот этого в христианстве не произошло, о чем нам говорить уже так с отношением? Человек по-прежнему будет себя продавать, себя проталкивать. Если это в браке, это ужасно. Каждый ищет своего, и потом это все разламывается, брак разваливается. Причина почему? Потому что человек никогда не пришел в это место, где он отвергает себя, где он ставит интересы Божьи и своего супруга на первое место. Вот это и означает любить. Если он любит себя, это проблема, это эгоизм. А если человек побеждает эгоизм, он не ищет своего. Библия говорит в 13 главе 1 послания к Коринфянам: любовь не ищет своего. Если человек, как можно поссориться или как можно не построить отношения с человеком, который не ищет своего? Это очень надо постараться вообще. Поэтому я убежден, изучая Писание, что главная проблема – это разваленных семей, это эгоцентризм, это любовь к себе, это утверждение своего «я». И это сложно, это самый сложный процесс в жизни, вот эта вот духовная зрелость. Она дается нелегко, она стоит дорого, есть цена за это. Но это цена хождения с Богом. Если пришел в это место, будет счастливая семья, счастливый брак, счастливая жизнь. Если этого нет, вот постоянная борьба. И эта борьба не с человеком, не с супругом. Это господство «я» с господством Христа. Вот на этом уровне, я считаю, что главная проблема семей, людей. Так, з нами Оксана, якщо я правильно почула. Да. Так, будь ласка, ваше питання. У мене таке запитання. Я хотіла спитати. Воно так вийшло, що я розписана, але я з чоловіком не живу. Я вважаю замужньою. Тобто ми взагалі не живемо. От, що мені можна зробити в цій ситуації? Тобто, у нас не було совместної життя взагалі. А що значить ви не живете? Ви фізично не живете в місті? Ну, взагалі не живемо.
подождите. Я понимаю, вы верующая, да? И да. Ваш супруг, он верующий? Нет. Дело в том, что коли мы расписались, его мама была против. Просто людина сидела. Понятно. А он не хочет с вами жить? Почему вы не живете вместе? Мы так и не жили. Ну, так почему? Вы не хотите или он не хочет? Нет, он не хотел. Ну, а сейчас он... Я просто числюсь замужней женщиной, расписанной. Понятно, но вы делали попытки сейчас? Вот вы хотите с ним жить? Вы хотите вернуться? Ну, что вам... Вы знаете, что уже просто я хотела для себя знать. Я не маю человека, только на бумаге считается. Ну, значит, смотрите, отвечу вам, как я понимаю. Если у вас есть законный муж, и вы не в разводе, и он ваш муж вам, у вас, значит, есть семья. Значит, вам нужно каким-то образом примириться, и вам нужно жить вместе. А совсем другая ситуация, если он не хочет с вами жить. Это уже другой вопрос. Тогда нужно выяснить причины и вообще, как происходит. Я сталкивался с такими ситуациями. Люди по 5-6 лет не живут вместе и даже не знают, что и как. Это неправильно. Вы должны, если вы верующие, вы должны стремиться, у вас есть семья, вам нужно служить вашей семье, вашему мужу жить вместе. Я просто, по крайней мере, что я бы сделал? Я бы встретился с мужем, вышел бы с ним на контакт, и все откровенно поговорил и выяснил ситуацию. Мы муж и жена. Мы, неважно, жили вы вместе или нет, вы официально муж и жена. Что вы будете дальше с этим делать? Вам нужно, по крайней мере, если вы христианка, вы должны стремиться жить вместе, потому что у вас есть семья, жить вместе с мужем. Вот там вот вы и выясните. Если он хочет, вы будете жить вместе. Если он не хочет... Нужно получить от него, во-первых, понимание, что он хочет. И от этого уже дальше смотреть. Головне – бажання, правда? Тут не зрозуміло, хто що хоче. Дорогі радіослухачі, це програма «Світлі гості». Сьогодні своїм досвідом, знаннями, мудрістю, даром служить нам пастор Андрій Іванов. Ви можете приєднуватися до обговорення цієї теми сьогодні. Так виходить, що пастор Андрій просто відповідає на питання і немає можливості задати йому якісь там інші питання. 280-03-05, 280-26-25 – це номери для прямого виходу в ефір. Сердце поет о тебе, мои губы шепчут твое имя. Ты построил свой дом во мне, счастлив я, что тобой любимый. Открываю свои глаза, я влюбляюсь в глаза неба. В них я вижу твою любовь, раствориться бы в ней мне бы. Тысячи раз повторю твое имя, тысячи раз повторю Иисус, тысячи раз повторю, пропою я. Иисус, Иисус, тебя люблю. Всякий раз суета, сует, все пытается ворваться в двери и закрыть бесконечный твой свет и увести от небесной цели. Но дыхание твоей любви поднимает меня все выше. Ты прекрасней любой мечты.
повторю твое имя. Тысячи раз повторю: Иисус. Тысячи раз повторю, пропою я: Иисус, Иисус. І вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. Повертаємося у нашу студію. Пастор Андрій, а можна у вас запитати? От як ви даєте відповіді на питання наших радіослухачів? І взагалі, от коли член церкви дивиться, як проповідує пастор на сцені, неважливо, католик, православний, то складається таке враження, що сам Бог через них живе, що в них все так гладко, все так гарно. Чи бувають у цих людей перебої, такі міні-скандали, перемовки? Я не знаю, як у других, у мене бувають. І ми всі люди. Важно розуміти, що ми всі люди, і можна бути, як один чоловік сказав, хорошим проповідником, але плохим християнином. Поэтому нужно различать реального человека от человека, который служит. И не обязательно брать пастыря. Вы можете слушать музыканта, который красиво спел, или актера в кино, который красиво сыграл, хорошо роль сыграл. Но в реальной жизни он совсем другой. Точно так же пастырь, он выполняет определенную роль на сцене. Он не должен хитрить, а пастырь не должен быть двуличным. Он не должен вести скрытую жизнь. А он должен быть настоящим. Он не должен скрывать свои слабости, но тот факт, что его жизнь, она в чем-то может отличаться от того идеала, который он проповедует, конечно, он сам растет, он сам преодолевает искушения, он сам что-то проходит, поэтому, конечно, да. Так, одна моя знакомая сказала, что людина, у якої я буду вчитися виховувати людей, це буде пастор Андрій, це людина з вашої церкви. Так от, питання стосовно дітей. Знову таки, якщо взяти всі ці питання стосовно виховання дітей, можна все це в таку одну ціпочку зав'язати. Діти, які із малку, які виросли, ростуть і виросли в християнській родині, які постійно із батьками на усіх служіннях, потім в якийсь період переломний, 13-14, в кого трошечки пізніше, ідуть із церкви, бо їм там не цікаво. Як батьки тут можуть допомогти? Ну, здесь я понял, спасибо за вопрос. Я бы сказал, что начинать нужно с того, что родители должны понимать свою роль в воспитании. Дети – это дар Божий, который Бог доверил им на определенное время. На определенное время. И важно понимать, что детей мы должны приводить ко взаимоотношениям с Богом и со Христом. Мы не просто воцерковливаем детей. Мы не просто занимаемся морализацией. Морализацией можно убить ребенка. Мы хотим, чтобы ребенок стал самостоятельным, стал зрелым, и у него есть свой завет со Христом. А наша задача, как родители, чтобы помочь детям прийти ко Христу, и чтобы они могли построить эти отношения со Христом. Наша задача – передать веру им. А вера – это не просто посещение собраний, участие в каких-то там программах. Вот как передать веру? С какого веку? Значит, с самого раннего. Я скажу так. Передать веру – это самому ходить перед Богом. Родители являются примером, родители являются вот теми, кто прокладывает дорогу для своих детей, не просто финансово, материально. Что мы должны понимать, как родители, что дать путевку в жизнь, как многие говорят, дать путевку в жизнь, это не дать лучшее образование, это не помочь детям где-то позицию какую-то занимать в обществе. Дать путевку в жизнь – это как раз вот передача веры, передача отношений с Богом. Как это делается? Прежде всего, родители должны понимать, что детям нужен Христос. Детям нужен Иисус. Когда Иисус сказал: «Пустите детей приходить ко мне», Он обратился ко взрослым.
Он обратился. Mm-hmm. Это означает, что взрослые могут помешать детям прийти ко Христу, познать Его, а могут помочь. Он сказал, пустите их. Один из путей, как мы это делаем, во-первых, собственным примером жизни с Богом. Когда я говорю собственным примером, я не просто говорю, что дети должны видеть, как мы молимся, обязательно читаем Библию. Это все правильно, хорошо. Но христианство, оно в простых вещах. Оно не просто в чем-то внешнем, красочном. Оно не просто в богослужениях. Хотя я пастор, я за богослужение. Христианство, оно в простых вещах. Оно в принятии решений в жизни. Оно в нашем быту. Оно в том, где мы есть, что мы делаем, что мы живем. И когда дети, они видят, что стержень, вот эта причина, почему родители поступают так и не поступают mm-hmm. иначе. У них должно четко быть понимание, почему они живут так, как они живут. Если дети будут понимать, что это страх Божий, они вот это и есть передать им эту веру. Потому что человек может быть лицемером. Он может читать Библию, он может молиться, а потом обманывать человека, кидать его на деньги, грубить, оскорблять, но зато он всегда в церкви, он читает Библию, он молится. Это фарисейство, это лицемерие, это хитрость, это и есть повреждать Слово Божие. А когда дети видят в нас вот этот пример непорочности, страх Божий, в практике жизни, я говорю про практику жизни, в простых вещах, Христос, ему важно, о чем ты думаешь, ему важно, как ты реагируешь, принимаешь решение, ему не просто важно 2 часа в воскресенье. Вот это вот, почему я говорю, Библия говорит, как наставлять детей. Когда идешь дорогой, ложась, спать, вставая, говори, наставляй. Сила до Бога. Да. Вот это вот, как Христос наставлял учеников. Он не открыл класс, библейская школа, всех туда загнал. Он не сделал ни одной конференции, Христос. Он не сделал ни одного там какого-то собрания. В процессе жизни все эти примеры библейские, на которые мы сегодня ссылаемся, великие притчи, великие его учения, они все родились в процессе жизни. Кто-то что-то сказал, Иисус ответил, ученики начали там просить места по правую левую руку. Он выдал учение о верности в малом, в большом, не искать своего. Петр что-то делает не то, Иисус ему сказал. Мы это собрали как учение, но родилось это все в процессе жизни. Он даже не планировал это делать. Он просто то, кто он есть. Он жил с ними, кушал с ними. И в процессе задавали вопросы, он отвечал. В процессе жизни он передал им эту жизнь. Он сказал, я их сохранил, передал им эту жизнь. Поэтому важно понимать не то, что мы детям говорим делать, то, кто мы есть, как мы ходим с Богом. Если это будет, если мы больше будем, как взрослые, думать о своем сердце, о своем предстоянии перед Богом, ты иначе детей не воспитаешь. В общем, смысл. Некоторые родители боятся, что там дети на улице окажутся, улица их воспитает. Я вам хочу сказать, у меня много знакомых уже в возрасте, которых улица воспитывала. Улицы были еще не такие, как сегодня. Но вот в чем проблема. Когда я слушаю этих людей, они говорят, да, мы были на улице, в компаниях, но всегда была какая-то граница внутри нас, которую мы знали, переходить ее нельзя. Это работа Духа Святого. Дух Святой сохраняет. Мы должны понимать, что только Дух Святой сохранит наших детей. И поэтому все наше стремление – это в том, чтобы они видели нас, как мы ходим с Богом, і навчити їх боятися Бога. І щоб я була сама перед собою, перед Богом чесна. Якщо я лицемір, то відповідно... Це часть характеру бути самим собою. Ми не говоримо про безупречне хождення з Богом. Ми говоримо про те, що ми настоящі, ми передаємо страсть. Ми, якщо ми согрішаємо, ми каємося. Тому що для нас наше предстояние перед Богом самое главное. Если дети это будут видеть, это лучшая защита и лучшее благословение. Это лучше, чем мешок золота им передать. Это лучшее наследие, которое вы можете оставить вашим детям. Так, добре. Скайп, ну це не питання, це таке до вас побажання. Слава Богу за таких біблійських пасторів сьогодні. Правильний біблійський взгляд на проблеми, возникающие в сім'ях. Когда так много сегодня психологии в христианских советах, очень приятно слышать четкую библейскую позицию во всех ответах. Спасибо, слава Богу. Слава Богу. Так, и теперь ось практичні питання, і, мабуть, із оцього-цього, скільки питань є, зараз зроблю одне.
Що значить не роздратовувати дітей? Що значить не роздражать? Наступне ось таке. Моя дочка 4,5 роки влаштовує істерики, вимагає із криком виконання її бажань. Я намагаюся не карати, не б'ю, не кричу, чекаю, коли вона заспокоїться, і починаємо розмовляти. Чи правильно я поступаю, що терплю? Чи все-таки потрібно карати, поставити, наприклад, у куток? І далі тоді із цього витягнемо ще таке підпитання про наказання. Як правильно це робити, от, наприклад, з 2 до 5, і потім хай там старше, з 8 до 11. Спасибо за вопрос. Значит, 3 вопроса, как я понял. Да. Что такое не раздражать? Значит, что такое не раздражать детей? Скажу вам так, что очень важно, чтобы мы понимали ущербность детей, как детей, ну, как маленьких людей, да? Они в чем я имею в виду ущербны? Они могут, да, элементарно, он может тарелку с супом перекинуть, у него не та координация, у него не то понимание, как у взрослых, у него свой мир, своя жизнь. Очень важно признавать, что это полноценные люди, но не со своим миром. Вот как мы относимся к инвалидам? Мы не требуем от них многого. Мы не выдвигаем им какие-то претензии. Мы понимаем, это ограниченные люди. Дети, они ограниченные люди. И важно признавать, что у них есть свои проблемы на их уровне, свои сложности, свои возможности. И мы раздражаем детей тем, что мы требуем от них то, чего мы сами хотим. Мы не уважаем, когда мы говорим про границы, которые мы должны установить для детей, мы должны понимать, что мы сами не должны переходить определенные границы в воспитании детей, в том смысле, что признавать, что у них должно быть свое пространство, как у детей. Если мы это не признаем, мы перегрузим, можно перегрузить ребенка самим собой, своими правилами, требованиями. Мы раздражаем таким образом их. Второй вопрос о истериках, например. Истерики. Значит, очень важно, чтобы вы были последовательны в своей позиции. Ребенок должен понять, значит, если вы не установите четкие границы для ваших детей, вы повредите им на всю жизнь. У них должны быть границы. Границы, допустим, уважения вас как авторитет, уважения старших и так далее. Поэтому очень важно, что если ребенок, до него донести, что есть границы, за которые, если он перейдет, он будет терпеть наказание. И очень правильно, что неправильно наказывать ребенка, когда нету границ. Он не понимает, за что вы его наказываете. Когда есть четкие правила. Детям нужны правила. Дети любят правила. Им нужны правила, и так их мир создан. Им нужны четкие правила, и вам нужно быть последовательным. Если ребенок истерит, вы должны понимать, что если он не болен, у него ничего не беспокоит, это просто психи, вы это не принимаете. Не нужно раздражаться, не нужно самой начинать психовать. Просто он должен донести, что это не работает, это неприемлемо, не надо психовать. Он научится это не делать, вы ему поможете. Нужно ли наказывать, поставить в угол, как вы говорите? Конечно, какая-то сфера, ну, какие-то последствия обязательно должны быть. Тобто, якщо ми дитині сказали, що ось є якісь границы, как вы говорите? Перешел, получил, да. Все. Что получил, это зависит индивидуально от ребенка, от родителей. По поводу наказания, здесь надо, как родители, скажу, на чем я стою, что я понимаю. Очень много дети, они, как мы говорим, могут стратить в жизни, сделать не то, там они шкодничают. В нашей семье есть 2 причины, за которые детей наказывают больше всего. Номер 1 – это неблагодарность. Если бы один муж Божий, очень успешный, он сказал так, если бы и было что-то, что я изменил в жизни, в воспитании детей, я бы серьезно относился к неблагодарности. Больше всего я наказывал бы неблагодарность. Если ребенок неблагодарен, он начинает принимать все как задолжно. Ему что-то даришь, он фыркать начинает. Это серьезный вопрос. Если он не поймет, что все, что он имеет, это дается по милости Божией, по благодати. Это не просто так. Он не научится ценить жизнь, он не научится ценить хорошее. И вторая вещь, за которую больше всего мы наказываем в нашей семье, это неуважение. Это когда ребенок позволяет себе на равных общаться с родителями, это какие-то
грубости, это какие-то замечания, это неуважение. Это когда вы разговариваете, он повернулся спиной, что-то там махнул рукой. За все остальное я могу там сказал в комнате убрать, не убрал. Плохо. Но это такие дела. Но когда это вопрос неуважения и неблагодарности, это самое серьезное, за чем мы следим. Он научится быть благодарным, он будет так строить отношения с Богом. Он научится уважать вас, он будет относиться к Богу как авторитету. Mm-hmm. Если это сложно, это тяжело, это самые такие, знаете, фундаментальные вещи вообще в жизни, не просто в воспитании детей, вообще в жизни. Вот за это мы наказываем серьезно. Как мы наказываем? Все зависит от детей. У нас дочка 6 лет, мы ее отлупили по попе только один раз, когда ей было 5 лет. Она все понимает со слов, для нее большее наказание – это когда она не слушается. Я это сделал, когда она грубо разговаривала с мамой. После многих предупреждений я это сделал, больше не повторялось. У нас сынок, ему 1.5 года, он уже получает и получает и получает. Мальчик. Поэтому все зависит индивидуально от детей. Как метод наказания вы должны уже понимать по ситуации. Останнє питання. Що робити, якщо муж унижає та оскорбляє жену перед дітьми, і потім діти неуважительно відносяться до мами? Неуважительно. Спасибо за вопрос. Ну, скажу вам, я вам сочувствую, сопереживаю. Если так, жизнь, она, к сожалению, несправедлива. Очень много несправедливостей в жизни, и очень много неправильного происходит. Он не должен это делать перед детьми. Это неверно, это неправильно. Он вредит не просто вам. Что бы я сделал на вашем месте? Несколько моментов. Я бы простил его, как христианин. Нужно прощать. Во-вторых, я бы поговорил с ним, что, унижая вас перед детьми, он таким образом калечит их жизнь. Он калечит их личность. Он показывает им плохой пример, они в семьях будут делать то же самое. Если вы сильный человек, я не знаю, если вы достаточно сильный, и у вас есть вот это вот самоуважение к себе, я бы не позволял человеку унижать меня. Я не могу запретить человеку меня не унижать, это его решение. Но я бы дал понять, что я не согласен с таким обращением, вы этого недостойны, я не согласен, я этого не принимаю. Я бы четко свою позицию доносил бы до мужа, и чтобы он это не делал. Не потому что вам больно, а потому что из-за детей, из-за того, что это неправильно, вы его прощаете, но вы не должны позволять с собой так обращаться. Если он продолжает это делать, после всего это уже, скажем, более серьезный момент, это, скажем так, уже не для эфира на радио, скажем, разбирать такие вот вещи, потому что очень много моментов здесь может быть присутствовать, о которых мы сейчас не знаем, поэтому я не буду давать советы, не знаю ситуацию. Вот так вот. Чудово. Але, мабуть, побажаємо іти до, якщо ви ходите до церкви, підходити до служителя, правильно? До пастора? Я би так сказав, що церковь, вона для людей. Она не для пастора, просто она для людей. Может, люди боятся открываться? Скажу вам как пастор, что не всем людям я смог помочь, потому что все упирается, в конце концов, в готовность человека поступать по Писанию, по Слову. Есть люди, которые не готовы поступать по Библии, им помочь нельзя. Но очень многим мы смогли помочь, потому что они обратились. Конечно же, есть ситуации, которые больше нас, и мы не можем справиться, нам нужна поддержка. Обязательно пойдите к пастору, расскажите ситуацию и вовлеките зрелых людей в вашей церкви, которые могут помочь вам, которые могут ободрять вас и которые могут стать благословением для вас в это время, конечно же, да. Дякуємо. Питання не всі, але дуже-дуже дякуємо вам за те, що так послужили. Спасибі. Декілька побажань тим, хто іще не у шлюбі, щоб от зараз людина почула ці слова і трошки подумала. Я готовий, я можу дати. Скажу вам так, що ви повинні розуміти. Брак не зробить вашу життя краще. Он не сделает вас лучше.
Он принесет вам какие-то привилегии, но он принесет и какие-то сложности и ответственности. Не относитесь к браку как к побегу, как к решению тех проблем, которые проблемы вашей личности, которые вы должны решить. Относитесь к браку, будьте зрелым, относитесь к браку как к тому благословению, которое Бог вам дает, но вы должны понимать, что именно от вас, от вашей зрелости, от вашего характера зависит, станет ли эти отношения для вас благословением, или они отравят, или убьют, или уничтожат вашу жизнь. Поэтому имейте, я бы так сказал, реалистичный, честный и реалистичный взгляд на брак. Почему я хочу жениться, и что я от этого ожидаю, и есть ли у меня достаточно сегодня, вот во мне как личности, достаточно того, что я могу дать моей семье. Я бы вот такие вопросы бы задавал. Добре, дякуємо і бажаємо вам сили надалі. І ще більше пізнавати Бога, і ще більше відчувати Його любов кожною клітинкою свого організму. Дякуємо вам за те, що послужили з Господом. Спасибо, будьте благословенні.